Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. Сегодня 19 сентября. Осень полноправно вступила в свои права. А в нашем регионе идет бабье лето, на улице плюс 30. Лето наверстывает упущенное тепло, и мы радуемся и греемся в последних лучах осеннего теплого солнышка. Наряду с прочими осенними работами в саду пришло время выкапывать луковицы гладиолусов. Должно пройти не менее 3-4 недель минимум после их цветения. За это время цветочные луковицы должны окрепнуть и дозреть, чтобы хорошо пережить зиму и на следующий год порадовать хорошим ростом и пышным цветением. Несколько кустов гладиолусов запоздали и цветут только сейчас. Итак, во-первых, нужно аккуратно выкопать луковицы, чтобы не повредить их. Это сделать очень легко, отставляя лопату на 30-40 см от ствола и обкопать вокруг. Затем очищаю луковицы от земли и удаляю корни, чтобы освободить донце максимально чисто. Ветки буду отрезать в самом конце, чтобы было удобно обрабатывать. Обрабатываю препаратом Максим. Он защищает от болезней и вредителей гладиолусов во время хранения. Ампулу развожу на 2 литра воды и замачиваю луковицы на 30 минут. Как я уже говорила, ветки не обрезаю. Это будет удобно закладывать и вынимать луковицы из раствора. Все работы выполняю в перчатках и в непищевой посуде, так как этот препарат очень токсичен. Он вот такого красного цвета. Выдерживаю луковицы 30 минут. После обработки срезаю ветки, оставляя пенечек 1,5-2 см. Укладываю в коробки и убираю на сушку в теплое сухое место, примерно на месяц, до полного высыхания. В дальнейшем уберу коробку в погреб, где температура плюс 6-8 градусов, чтобы сохранить луковицы до следующей весны и избежать преждевременного прорастания. Желаю всем удачи! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока!